И всем привет, дорогие зрители, и я нашел свое место и свою сладенькую. О да, вот она моя. И вы меня бесите, как всегда. О да, моя сладенькая. Мне ее жалко, уроды. Я уже готовый к бою. Не трогайте мою машину, она сладенькая, моя сладенькая. Теперь я могу такой далекий путь поехать, очень далекий. Я здесь останусь пока что на минутку. Поехали пока что. Вот на этой я машинке приехал. На этой машинке, прикиньте, ребят, приехал. Да вы заколебали. Хватит мне тут доходу. Вот тут я прокатился. Что ты хочешь? Ну вот и все, ребятки. Да вы что, шутите? Ух, какая кровяка. Так, давайте мы сейчас снова пополним ее нашим запасом. Остался, который у нас. Ну как? О, отлично. И сейчас я ее заново заполню. Все, короче, полное, я так понял. Ну ладно, все. Выключить свет. Где-то я тут погиб, умер. Ну, уже не помню. Тут нету моих вещей уже. Так что пошлите в другое место. Давайте здесь все обыщем, все такое. Может, что-то найду. Вот, что такое. Искарь. Ну, давайте посмотрим, что это. О, канистра бензина, еще одна. Где это? Вот она. Чё это? Вот это мне уже нравится. Ладно. Сейчас мы уедем далеко-далеко пока. Да вы чё, бля? Сколько бы... Здесь-то, уроды. Всё. Ну что, здесь так, газяву ща бы. Ща бы газяву. О, газявка. Ага, если газяву, блин. Тогда я заражусь. Вот в чем прикол. Но сначала таблетки надо взять. Чтобы это... Да, поднимись ты. Блин, уже не привыкаю к новому управлению. Ладно, можно уезжать куда-нибудь. Куда-нибудь туда. Все, конечно, поехали. Поехали. Ой, все, поехали, ребят. Нас впереди ждет долгий путь. Надеюсь. А не то слишком. Надеюсь, бензин. Так куда мне повернуть-то? Интересно мне. Ну ладно, давайте пойдем в далекий путь. Сначала давайте в путь таблеток. Все такое. Так, я не сюда поверну. Короче, там единственный путь там. Блин, нифига я уже, блин, просрал. А, кстати, я еще не осмотрел этот домик. Топорчик. Зачем мне такая... Ух, кстати, дайте посмотреть, сколько здесь мест. А, только тут два места. Ну, шутите, там еще сзади есть. Или нет? Ну ладно, короче, понятно, поехали. И поехали. О, на машине это прикольно. Так, вот поехали теперь вон к той красной мигающей штучке. Сейчас мы узнаем, что это такое. Сейчас только найду нормальную дорогу. А не то по скалам не очень хочется лезть. А что, это только по скалам? Странно, вот как. Так, поворачиваем. Так. А,
это не домик, это просто какая-то радиостанция. Какая-то, блин. Ну, конечно, я понял, что это. Ой, сейчас заиграю. Ой, поперло. Так, меня уже укачивает. Господи. О, господи. Ай-яй-яй. Ай-ай-ай. Ой. О, господи. Ёшкин! Блин, здесь, блин, как непонятные дороги, где я уже был. Мне надо дорог, где я не был. Блин, пить хочу. А я пить не могу, не то меня уже заразит. Блин, еще музона здесь не хватает, это реально просто. Музона, никто нечего сейчас мне с него не говорить. Вообще просто. Так. Так, все хорошо пока. Поворачиваем. Наконец-то день. Хотя тут посветим еще чуть-чуть. Все будет. Мне сейчас хорошо видно теперь. Все хорошо видно. Все хорошо вообще. Интересно. Так, я тут уже был. Да вы что шутите? Трогайте мою машину, уроды. Я вот по этому пути никогда не ехал. Тут уже что-то дымится. Ой, машина. Ой-ой-ой. Ух ты ж, мать. Блин, мне такое чувство, что я по кругу еду. Да фак. Да тут я был. Блин, я уже... Ну, здесь у меня еще много. Продолжаю. Давно не виделись. Как ты так проживаешь, дружище? У меня тут надо соблюдать правила. Знак стоп. Стоп. Нет, не слушаю. Поеду дальше. Тут уже меня никто не будет слушать. А мне штраф не дадут. Ха-ха-ха. Я свободен. Здорово. И опять я не туда поехал. Хватит бить мою машину, уроды. Блин, я уже был в этих местах. Я был, и я снова был. В смысле, мне сейчас опять возвращаться? Да что ж вы за люди такие? Что такая карта мелкая?
пошел в жопу. Пятый, пятый видео. Ой, гонять, это прикольно. Еще один город. Ты уж дышит. Ну, давайте заедем. А, кстати, я в этом городе не был. Ну-ка, давайте приедем, заедем. Так, я в нем уже был. Вообще вопрос у меня такой, я что, еду по кругу, что ли? Блин, ребят, я по кругу еду. Я не знаю, мне что ли по скалам надо ездить, что ли. А давайте, блин, найдем как-нибудь это. Нет.